Обеспечить покупателей свежей клубникой местного производства круглый год взялись аграрии Шымкента. Сейчас в городе наращивают объемы и экспериментируют с технологиями. В одном из хозяйств 4 гектара отдали под новый итальянский сорт. Он плодоносит с весны и до поздней осени. Саженцы сначала высадили в открытый грунт, однако большая часть растений вымерзла зимой, оказавшейся небывало суровой для региона. Сельхозтоваропроизводители нашли выход и возводят ягодные туннели. Такие аграрные новинки пока редкость для мегаполиса. Опыт получили следующий, что в открытом грунте в нашей, в Шымкенте вести сельское хозяйство очень рискованно, и поэтому хотим заниматься закрытым грунтом, именно выращивать в туннелях, чтобы не было таких рисков, потери. И стоит задача, чтобы получить и раннюю ягоду, и позднюю ягоду. Начиная с этого года, в рамках развития кластерных проектов, хотим развивать клубничные производства. Мы их связываем с переработчиками, то есть перерабатывающим предприятием, которое у нас в городе есть, там 3 основных. И тем самым можно вообще без отходов производство наладить.